А нету. Где начало, блядь? Ставил топ-6 модераторов канала Вовы. Сука, понабрали модеров нахуй. Сейчас YouTube скрой. Так там его и не видно. Игру менять не могут. Название тоже. Охуели, Blood Trail. 6-е место у нас забирает ебаная батяры на Мубате. Фу, модератор под кличкой Мабут на канале Братишкино встал слишком заносчивым. Вы видите, что он делает с офлайн чатом? Он буквально не дает нам прохода. Бани кидает мут нас. Хороших жителей данного места. Требуем мод. На самом деле ебучий Мубот так заебал весь чат. Это просто пиздолет. Ёбаный Мубот. Как же он заебал. Ему что настолько нихуй делать, что он 24/7 сидит в чате. Мубот у всех на каналах пиарится. Со скоростью ебаной пули мутит и банит челов. Чувак, займись уже своей личной жизнью. Не страдай хуйней. В каждом чате этот ебучий попрошайка просит модерку и ему реально дают. Дизлайк данному модератору. 5-е место у нас занимает 25-летний ребенок с именем Диня. Я считаю, этот человек просто гений. Ведь он придумал способ омоложения. В один прекрасный день человек омолодился на 8 лет. Мой сын носит футболку Драки уже 2 недели. За это время в него плевали и даже пытались бросить. Охуел так базарить. Что же с ним будет, если он выйдет из дома? Что, просто пытаюсь бросить? 4-е место у нас занимают 2 местных дурака. Мибрасы. Чё? А? Чё? А? А? Чё? Чё? Ой. Но? Ладно. Сед ветер. У Давидыча на обзоре будет Миброс, похожий на батюшку. Всегда на стримах Миброс включает идеального человека и начинает перечить всем словам чипа. Каждым утром, когда я просыпаюсь, захожу в паблик Ляшо по Твичу и перечитываю каждое сообщение Миброза. Второй на обзоре у Давидыча бывший шейх чата Сед Вейтер. Свои 19 лет он держит весь офф-чат в страхе и паблик с постами из чата Вовы. 3-е место у нас занимает пропавший человек под ником Наги. О, а куда Наги пропал, кстати, реально, блять? Я его очень давно не видел. А его них надо осуждать? Нет. Его же не банят. Он же стримил, я помню, на Твиче. Куда пропал? Куда пропал? В армию. Девушка появилась. Вот оно чё. Вот сравните вот его и меня. У меня девушка появилась, но я все равно стримлю. Я все равно стримлю. Я все равно с вами. А поэтому... Потому что девушке нужны деньги. Хуёл так базарить. Извини. 14. Вы думали на гиря... Макс. А. Ну, моя девушка тоже, ну, как бы не стримит. Твоя девушка не стримит, да? Да. Ну будешь его уговорить стримить? Нет. Деньги же нужны. Нет? А ты уговаривал? Я да. Ладно, вопросов нет. Ну типа я прям говорю, налей, иди стрим, блядь, иди занимайся ТикТоком, нахуй, иди занимайся этим. Он говорит, нет, я хочу работать этом, в продавщицей. А реально ты говорил? Нет, она говорила, что хочет работать в таможне. Не, не умер. Все это время с Майи на стримах сидела его мама. Пипет, пипет, Наги умер, пипет, пипет, на самом деле жалко пацана. Был мужик, а нет его. Д. 2-е место у нас занимает самый злой, но одновременно и добрый модератор Гик или Жак, или просто Ингек. Ребята, с ним лучше никогда не спорить, а то улетите в мут на день или вообще в пермач, ха-ха-ха. Кто был в муте или бане от Ильяса, напишите в чат, плюс посмотрим, сколько нас. Ильяс, не бань, пэжа, 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 пэжа. Если меня забанят, постоянно в чат заходит и сам купросит. Будете знать, кто это сделал. 1-е почетное место короля модерации чата занимается Колянский. Селик всегда прощается. Вы забыли, блядь, то, что кроме Соколянского там есть еще Тати, блядь.
Че, реально Скалянский топ модер? Да не топ модер, это просто. Нет, я имею в виду он модер, я имею. Да, он модер. И Тати модер. Чего, блядь? И там еще кто-то, по-моему, был. Блядь, давайте посмотрим даже сейчас, мне интересно стало. Нихуя себе. Смотрим внимательно. А ты смотришь, кто модератор вообще? Че? Смотришь, кто модератор. Slash mods. Ебать, что так много модераторов? Смотри. Гавер. Ник Стрельников, Флагжикей, блядь, Тапочек. ДК, ебать. Бобер. Вероника. Аколбек. Это старый аккаунт Макса, Shadow Zone SZ, блядь. Руди. Аколбек, Руди. Так, сейчас тут ниже интересно будет. Или стоп. Вот, Тати. Соколянский. Пиздец. Давай похуй. Join time. Мне кажется, Join time это хороший выбор для модератора. А что за Денис 128, когда он появился, блядь? Ну Шарах, что ли, модруку выиграл, блядь? В офлайн чате покрутит тебе банов, разбанит, размутит, забанит банворды. Коммент мне напиши у Вовы ПЖ. Самый лучший модератор. Под конец хочу обратиться. Я писал коммент в розу, помню, очень давно. Я искренне сожалею, всем прошу прощения, всем как-либо я оскорблял, простите меня, я не хотел никого обидеть, я правду у вас прошу прощения, бывает, когда я рафлю, простите меня, бывает, когда я под алкоголем, но я сейчас полностью трезв, простите меня, это мои эмоции, это моя душа, простите. Не.